Знает, у меня... Смотрите, куда я приехала. Чем приехала? С человеком? С человеком, который, как оказалось, вечно ждет от меня подставы, что я в последний момент как это, задинамлю. Мы решили начать нашу экскурсию с посещения сигнальной башни. Смотрите, какие здесь ступеньки. Делайте ставки, сколько штук. Ну, тут профессионально. А дальше начинается вот такая узенькая лестница. И, короче, мы все идем, а вон туда вот. Туда. Тут мы еще заходим в какую-то дверь, и здесь еще лестница. Вот такая вот смотровая башня. Башенные часы Гатчинского дворца. Ой, не туда нажала. Так, мы наконец-то поднялись на башню. Смотрите, какой здесь вход. Я бы сказала, что это мансардное окно. Ого! Ого! Вот это да! Вот это красота! Да, Юлёк? Вообще огонь! Какая красота! А какой парк! Интересно, передает? Телефон прям вот в таком вот, такие насыщенные тона. Просто осень золотая. Там часы Куранка ремонтируют. Обалдеть, мои эмоции. Я насчитала 168 ступеней. Условие, что вот туда вот вниз еще ведет какое-то количество ступенечек. Аванзал. Название 19 века. Это по-французски передняя. Белый зал, самый большой на этом этаже. Это три средних двухкомнатных квартиры, 170 квадратных метров. Высота потолка почти 6 метров. Копия 1797 года. Копия трона. Эти гобелены были подарены Павлу Людовиком
Людовиком, королем Франции. И опять же, это Венера, летняя богиня, так как, опять же, подчеркивается, что Гатчина – это летний дворец. Бывали на приемах, откровенно смеялись, если русский император смог на церемонии 100-летней давности. А Павел хотел вспомнить время, когда сильной была королевская куски, и Брендон посчитал, что отреставрировать невозможно. Он предложил Павлу Петровичу сделать галерею. Заказчику идея понравилась. Вот в этой галерее Павел стал создавать музей. Павел стал здесь создавать музей античности, стиль классицизм.
Пошли на выставку «Личные покои императорской семьи». Ой, перешагнули лишнее. В общем, тут кабинет князя Михаила Александровича и личные вещи. Это постоянная Ничего себе, ты расписание занятий сфотографировала? Ой, какое расписание занятий. Да, 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 все. Старайтесь не пересекать. Угу. Датчики кругом у нас на этаже.
Это кабинет-гостиная императрицы Марии Федоровны. Там вот еще экспозиция, но туда не пройти, конечно, никак. А это уже кабинет Александра Третьего. Вся наша группа пошла кричать «Эхо!», а мы с Юлькой, как всегда, свернули. Ну, правда, сейчас направо. А, не, налево, налево, да. Ничего необычного налево. И что-то вот мне немножечко, кстати, жутко. Вот я здесь сундуки вижу, но их никто не видит. Юля, а как ты думаешь, если здесь открыто, то сюда можно? Я думаю, да. И свет горит, да? Приглашающий. Можно, нельзя. Я зайду на всякий случай. А, ну нет, все. Все. Мы пошли в подземный ход. И говорят, что здесь живет эхо. Эхо. Прямо не здесь, а чуть-чуть дальше. Смотрите, где сейчас покажу. Вот сюда вот подземный ход. Впечатляющий, да, туннель? Что, пробуем? Кто украл хомуты? Я не слышала. Кто украл хомуты? О, нет, было слышно чуть-чуть. Мы, по-моему, точку нашли. Кто украл хомуты? Мы с Юлькой прошли практически по всей части, по открытой части дворца. И на самом деле нам очень понравилось, потому что достаточно большое количество предметов быта именно императорской семьи. Одни кровати и комнаты чувствуют. Я все время хотела посмотреть кровати. Кто украл хомуты? Да! Вот, теперь слышно. Кто красивее всех на свете? Я! Ого! А почему я не... А что ты мне не сказала, что здесь так красиво? Ну, ты из окна видела, поэтому... Ничего я не видела из окна. Не туда я смотрела. Класс. И, кстати, смотрите, второй этаж замка, да? Там высота потолков где-то 2 метра, 2-2,5 метра. Но кажется очень маленьким. Это вот императорские покои, которые я показывала. Вот, и вот посмотрите, снаружи как раз они вот так вот выглядят, вот второй этаж, маленькие окна. И будьте внимательны, билет это не вот это, а вот это.
тоже. Я вообще... О, все, у меня получилось. Просто нет. В этом парке. Юлёша, сколько ты здесь гуляла? Часа два. Гуляла часа два. Она мне сейчас покажет самые прикольные моменты, потому что на два часа мы, наверное, по времени, к сожалению, не готовы. Смотрите, как здесь здорово. Вот это называется Нижний Голландский сад. Выглядит он вот так вот. Какая осень! Какая осень! Это вот Карпин мост, который построен в 1790 году. И посмотрите, какой с него вид открывается на сам дворец. Ну и, конечно, смелые голуби. Тоже смелые. То, И в парке есть еще вот такая вот купель. Ого, там прям пещера Аладдина. Александра Александровича Кедренского.